Друзья, всем доброго времени суток, и давайте в данном видео расскажу вам про еще одно интересное ICO, а именно о проекте Vestarin. Итак, что это такое, давайте разберемся в деталях данного проекта. Ну что ж, Vestarin — это marketplace для товаров и услуг за криптовалюту. А также хочу добавить, что сейчас активно ICO данного проекта, они собрали уже более 3800 эфиров, а текущая цель у них — собрать 5000 эфиров, которые они, конечно же, уже очень и очень близки. И также важно еще понимать, что сейчас работает скидка в 35% на покупку данных токенов. Ну что ж, скажу еще тоже такие технические детали, что довольно высокие рейтинги у этого проекта, именно поэтому я думаю, что он вполне может стать успешным. Ну что ж, и давайте разберемся, какие же возможности, собственно говоря, у данного проекта. Ну, прежде всего, возможности для всех простых людей, то есть для нас с вами. Ну, первое — это, пожалуй, одно из самых главных — оплачивать товары, услуги и развлечения за криптовалюту. Дело все в том, что сейчас у многих людей уже появилась криптовалюта, особенно у тех, кто, конечно же, интересуется данными технологиями, но тем не менее, чтобы заплатить за криптовалюту, допустим, в наших странах, там, в странах Советского Союза бывшего, это очень сложно. И, соответственно, просто приходится выводить эти деньги в фиат, то есть доллары, там, рубли, смотря где мы живем, евро, возможно, и тогда уже производить оплату. Здесь же происходит оплата, можно сказать, без конвертации, и это очень удобно. Также есть и другие полезные функции, то, что вы можете, допустим, подбирать команду для реализации и запуска своих проектов, также общаться и отправлять монеты прямо в чате данного приложения, также вы можете инвестировать в ICO, ICO — это Initial Coin Offering, с минимальными рисками, также вы можете конвертировать валюту в надежных обменниках и с хорошей репутацией, также специалисты смогут подсоединиться к команде, и еще что важно, что вы можете узнавать первыми о новых блокчейн-разработках. Но также данный проект Vestarin, он может быть полезным и для бизнеса, то есть вы можете интегрировать свой бизнес и получать доход с платформы в криптовалюте. Прежде всего, его можно строить в такие виды бизнеса, как магазины, рестораны, различные сервисы, entertainment, то есть сферы развлечений, обменники криптовалют, ну то, что уже раньше как раз я упоминал, ICO, опять-таки про это тоже была речь, и в инфопорталы. Ну что ж, есть очень много информации в СМИ на, соответственно, данном, о данном, вернее, проекте, и можете тоже почитать, ссылки здесь все есть в описании, допустим, на таких порталах, как CoinSpeaker, NewsBTC, ICO Finance, Yahoo, вернее, финансы и так далее. Да, ну и тоже, что важно, что уже есть демо-версия приложения под App Store, то есть под iOS и под Android, и вы можете уже скачать. И, соответственно, здесь видно, что вот так вот выглядит дизайн данного, соответственно, проекта. Вот, то есть владельцы магазинов, допустим, обменников, сервисов и заведений встраивают свой бизнес на платформу Vestarin, и пользователи совершают покупки, соответственно, с помощью данного токена, то есть токена VST. А далее вторая возможность — это то, что представители ICO интегрируют свои проекты на платформу, соответственно, пользователи создают им репутацию в виде оценок и обсуждений, позволяя инвесторам принимать более взвешенные решения. А также на платформе Vestarin будет агрегирован инфопоток технологий и новостей из мира криптовалют, где десятки источников и порталов смогут размещать информацию для охвата широкой аудитории пользователей. Также пользователи, соответственно, могут еще и воспользоваться блокчейн-технологией, и тоже, безусловно, это важно, поскольку блокчейн обеспечивает безопасность, по сути, и невозможность взлома, соответственно, данной системы. Ну что ж, есть, конечно же, и различные документы у данного проекта, прежде всего white paper — это самое детальное описание, ну, в общем-то, и есть и другие, допустим, one pager — это более короткое описание проекта, тоже, безусловно, можно с ним познакомиться перед инвестированием в ICO Vestarin. Ну что ж, теперь про монетизацию данной платформы, безусловно, это тоже очень важно. Так вот, вы будете получать 5% с оборота интегрированных онлайн и офлайн магазинов, 5% также с оборота интегрированных заведений, еще 5% с оборота интегрированных услуг и развлечений, и последний вариант — это 5% с оборота интегрированных сервисов. Также есть фиксированная разовая ставка для интеграции ICO и также ежемесячная ставка для обменников.
Ну что ж, и теперь про перспективу. То есть капитализация криптомонет во всем мире превышает 500 миллиардов долларов, но на самом деле, когда я записываю видео, все-таки капитализация немножко упала, где-то до 400 миллиардов, может быть даже чуть меньше, но тем не менее понятно, что динамика такова, что в общем-то приток денег криптовалюты, он все больше и больше, особенно это показал прошлый 2017 год, ну и в этом году тоже наверняка после падения скоро будет и взлет. И, соответственно, понятно, что, кроме всего прочего, покупок совершено уже более на 1 миллиард долларов США. Вот, и также, что еще важно, что капитализация составит 50 миллионов долларов США. Это именно если мы говорим про данный токен, да, и, соответственно, держатели токена тоже почувствуют, как быстро растет спрос на них, и понятно, что с этим будет расти и цена. Ну что ж, дорожная карта тоже есть у этого проекта, естественно, то сейчас мы находимся на стадии ICO, то есть вот как раз таки март 2018 года, когда я записываю видео, далее в апреле уже будет выход на бирже, альфа-тестирование данного проекта, вот, далее в июле маркетинг, привлечение специалистов и уже бета-тестирование, ну и затем уже в августе будет такая штука, как запуск раздела для бизнеса, ICO, подключение партнеров, далее полномасштабный маркетинг, то есть SMM, CPA, PR и пресса, ну и далее более 500 магазинов и сервисов будут подключены к данной платформе, ну и далее будет запуск разделов онлайн, офлайн для покупок в криптовалюте, далее уже они планируют, что в январе 2019 года будет более 1 миллиона пользователей и более 2000 магазинов и сервисов у данного проекта. Далее они открывают представительство в Испании и США, это будет как раз через год в марте 2019 года, затем через месяц в Японии, Корее и Китае, ну а затем уже 10 миллионов пользователей и 8000 магазинов на данном сервисе. Ну что ж, и далее, соответственно, видим, что они, в общем-то, думают так, что приложение будет уже стоять у всех криптоэнтузиастов, вполне вероятно, что так и будет, но прогнозировать на июнь 2019 года заранее довольно сложно, потому что что будет через год даже, по сути год и там, почти там, 6 месяцев, это довольно трудно. Вот, поэтому, в общем-то, в этом, собственно говоря, и нет даже необходимости, просто нужно следить за тем, как будет развиваться данный проект. Также еще, что важно, что здесь есть мультиязычность, потому что очевидно, что не для всех, допустим, английский язык удобный, и, допустим, мне бы, конечно, было удобно, чтобы проект был на русском языке, но тем, кто живет, допустим, в Японии на японском, понятно, в Китае на китайском, допустим, да, если вы живете в, допустим, Бразилии на португальском, да, и так далее. То есть понятно, что если вы живете в разных странах мира, то вам удобно будут разные языки, хотя английский является международным, но тем не менее очевидно, что родной язык, если для вас он не английский, то он будет вам ближе, как бы там ни было. Вот, ну и здесь перечислены все языки, которые тут будут представлены, ну часть из них я уже назвал, остальные называть уже, я думаю, что не буду. Ну что ж, здесь есть даты проведения ICO, так вот, максимальное число токенов для ICO 47 миллионов примерно. Вот, и соответственно тоже, что важно, что чем раньше вы покупаете, тем, естественно, более выгодные будут условия, здесь как раз таки это и перечислено тоже, то есть один эфир вы можете купить, в общем-то, больше просто токенов, когда покупаете раньше, соответственно, токены данного проекта. Ну, теперь про распределение средств, то есть на разработку 45%, на маркетинг и PR 20%, на интеграцию бизнесов 15%, на операционные расходы 12%, на юристов 5% и 3% бонусов разработчикам и создателям будет. Ну что ж, и выпускается VST токен, то есть распределение токенов будет такое, что на ICO 67%, на pre-ICO 15%, на PR и на Bounty 5%, ну и разработчикам 13% токенов. Ну что ж, и далее мы видим разработчиков как раз таки данного проекта, команду тоже, так что можете, соответственно, с ней ознакомиться, с командой проекта Vestarin. Ну что ж, в принципе, проект довольно интересный, кто хочет участвовать в его ICO, присоединяйтесь, ссылка будет в описании к данному видео. Ну что ж, тогда спасибо за внимание и всем пока.